Наверное, уже знают Ильдар Шаймардянов. Не побоюсь этого слова, мультиинструменталист, человек, который скромный сейчас, который ищет себя в музыкальных инструментах. У него дома целая коллекция, чего только нет, и флейты, и уды, там, и гитары, и хэнг-драмы. Музыкант, в общем. Да. Достаточно именитый, он известен в своих кругах. Сейчас он играет с Сати Казановой. Я так вот его тихонечко к себе на вечерочек перетянула. Август Крипак. Великолепный инструменталист. Можно ли сказать, что ты в основном играешь барочную музыку? И именно этой виолончели 300 лет, нет? Это современная. У него есть виолончель, который 300 лет, представляете? Вообще. С жильными струнами. Да. Босанова.